Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюры и Диорамы. И сегодня мы с вами займемся сборкой деревянной модели корабля. После этого, скорее всего, будет ролик по имитации льда, а потом уже займемся заливкой воды на диораме метро. Итак, первым делом, что я сделал, но я не стал этого показывать и озвучивать, это собрал наш стапель. Так как я не вижу в этом каких-то видимых проблем соединить несколько деталей, вот он наш стапель для позиционирования шпангоутов и для нижних колец обшивки. Также шпангоуты я уже разместил на стапеле, они здесь просто соединяются без приклеивания. Сейчас мы с вами будем устанавливать шпангоуты в наш стапель и киль со штевнями будем склеивать и устанавливать туда первые шпангоуты. Вот мы склеили наш киль со штевнями и начинаем устанавливать туда первые шпангоуты. Делается это без склеивания, поэтому проблем здесь быть никаких не должно. Устанавливаем шпангоут с отверстиями, согласно инструкции, отверстиями от себя. Итак, и теперь переходим к установке всех шпангоутов. Когда все наши шпангоуты срезаны, мы начинаем установку их на стапель. Для удобства все они пронумерованы. И в инструкции также указано, что начинается с 3 и по 12. После установки шпангоутов в стапель пришло время для черновой палубы. После того, как наши шпангоуты и черновая палуба установлены в стапель, мы берем наш киль со штевнями и первыми шпангоутами собранными и устанавливаем в наш стапель. После установки киля со штевнями мы проходим клеем все места соединения. Кили с шпангоутами и черновую палубу. Так как это места невидимые, то клея здесь можно особо не жалеть.
Следующим этапом мы начинаем монтировать нашу обшивку. Она имеет метки для установки, для правильной установки на шпангоуты. То есть вот эти две метки, они должны стыковаться с центральными шпангоутами. И от них мы будем вести нашу обшивку. То есть подобным образом. И так как здесь сделаны лазерные пазы для установки обшивки, я думаю, ничего сложного не будет в том, чтобы установить каждую из реек в свой паз. Центральная часть у нас с вами приклеилась. Теперь мы переходим на края, но края надо будет приклеивать с использованием зажимов. После установки 7 рядов обшивки начинается видимая часть. И видимую часть производитель предлагает нам собрать по лекалам. То есть мы сейчас будем срезать отсюда следующую доску и обтачивать в указанных местах и собирать по лекалу. Для начала нам необходимо, как указано в инструкции, сделать возможность соединения. Лазером прорисовано, где необходимо снимать. Я использую надфиль, вы можете использовать маленький напильник. Подобным образом снимаем также с другой стороны и с другой детали. После того, как наши детали подготовлены, мы берем лекало, вкладываем туда нашу доску, смазываем клеем и приклеиваем, как это должно быть. Подобным образом собирается 4 полосы обшивки. И подобным образом она будет выглядеть в собранном виде. И после сборки всех 4 досок мы начинаем приклеивать их на свои места. Здесь также сделаны пазы лазером, поэтому абсолютно ничем не отличается от нижней части. Единственное только тем, что надо было подготавливать их самостоятельно уже.
То есть мне здесь достаточно одного крокодила, чтобы прижать край. Остальное все вроде как само прекрасно приклеивается. Здесь сейчас промажу дополнительно. То есть здесь я не мазал, здесь я промажу. Закреплю крокодилом. И минут через 10 это все будет уже высохшее. Продолжаем установку наших оставшихся трех рядов. После приклеивания всей нашей обшивки мы снимаем модель со стапеля и убираем дополнительные части шпангоут. После снятия шпангоутов, точнее дополнительных частей, которые помогали нам работать со стапелем, мы имеем вот такую вот вещь. Точнее вот такое вот судно, которое еще дорабатывать и дорабатывать. После установки руля мы переходим непосредственно к палубе, которую будем сейчас застилать согласно нашей инструкции. Также установим степ с мачты, но это уже чуть позже. Следующим этапом я решил установить ригель. Руль я устанавливал до застилания палубы, хотя в инструкции можно сначала застелить палубу, единственное, не трогать вот эту часть, так как надо будет его вязать. А я сделал это заранее, застелил всю палубу, и теперь могу спокойно установить ригель. Устанавливается он по отсечке на обшивке лазерной, и по ней мы сейчас его и установим. После установки ригеля на него еще устанавливаются две дополнительные детали. Сейчас мы будем это делать.
вся сложность в том, что из-за 72-го масштаба многие детали очень мелкие, приходится с ними повозиться. После этого отверстия я засверлю, и мы привяжем наш руль на место. Ригель для установки планки, поддерживающей щиты, также выполнены из дерева и устанавливаются по лазерной метке. Планку, поддерживающую щиты, приклеивал, позиционируя с носовой части на третий ряд обшивки, так как указано в инструкции. И подрезал в данном месте. Практически закончил я славянскую ладью от компании Falconet. Остались только мелочи, это установить щиты на их место, сделать скатки троса у уток и затонировать саму модель с помощью масла, которого у меня пока еще нет. После этого я приступлю к созданию моря и созданию основания для данной работы. А пока она ждет своего часа. Вязание такелажа я не стал показывать на канале, так как делал его по инструкции. В инструкции все описано популярно. И для меня это было в новинку, как бы. Я очень долго учился вязать простейшие узлы, которые здесь используются. Поэтому не увидел, как бы, необходимости показывать вам вязание узлов и сделал как бы все это за кадром. Модель собиралась вообще изумительно, мне очень понравилось, как вообще стыковка проходила. Единственное, что ввело в ступор первое время, это то, что в 72-м масштабе узелочки вязать очень сложно, когда рука не набита, вам обязательно понадобится пинцет остроконечный. И изогнутый, скорее всего, тоже. А так модель просто божественная. Можно сказать, с нее у меня теперь появилась любовь к деревянным парусникам. И у меня сейчас лежит в шкафу Victory Patchwork. Полный набор, модель от Artesani Latina в 84-м масштабе. Я думаю, не знаю, буду показывать я сборку или нет. Но если вдруг вам будет интересно, я могу запускать какой-нибудь небольшой цикл роликов, чтобы вы это посмотрели. Следующий ролик по
данной ладье вы увидите уже, когда будет изготавливаться основание. Так как там я не буду использовать смолу, не буду использовать герметик, а попробую создать морскую поверхность штормового моря, такого ветреного, с помощью пеноплекса и краски. Всем, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новые видео, ставьте палец вверх. Всем пока!